Всем привет, ребят, с вами Император Prime. Хотел показать небольшой видосик по тому, как меня пыталось атаковать 5 танков, и я выжил и еще захватил точку. Поэтому хотел бы продемонстрировать это. Итак, ребят, что у нас тут в принципе происходит? Я заезжаю на точку Б, так как на точке А огромное количество просто танков. То есть переключусь на вот такую парящую камеру. Вот я стою. Также хотел отметить, что вот начинает двигаться пару противников прямо с базы. Но еще двигаются очень нагло. Один справа заходит, а другой, как видно, вот слева заходит. Я откидываю дымовую завесу. Ну, в принципе, а что еще делать? Перехожу бит от первого лица, как говорится, как я стрелял, что. И вот такая ситуация. Вижу врага. То есть по мини-карте чекнул приблизительно, что он приблизительно вот там находится. Дальше. Сразу же, в свою очередь, если не ошибаюсь, Т-29 заезжает и начинает делать пристрелку с пулемета по мне. Работает с пулемета. То есть я его, в принципе, не вижу. Так вот, выстрел в пушку. Вот такой жесткий, видите, замес происходит. Но даже не увидел, что впереди еще один третий танк приехал. Это кошмар. Делаю выстрел. И убиваю. Тем временем Т-29 крушит все на своем пути. Я вызываю артиллерию, ребят. То есть одного убил, второго сверху убил. И вот с третьим перестрел. А слева вижу, еще кто-то едет. Здесь, смотрите, и убиваю. Но тем не менее, ребят, сразу же перехожу. И смотрите, что осталось от артиллерии. После того, как я вызвал артиллерию, Т-29 уничтожен. И то есть 4 танка я уничтожил, и 5-й вот здесь на подхвате. Видите, 5-й танк. И я пытаюсь его, в принципе, объехать. Вот такая вот карусель получается. Я за ним, он за мной. Вот. Ну, то есть, в принципе, мы друг друга не видим. Но, тем не менее, я за ним сильно вот летел, чтобы догнать, переключаясь на бит. Здесь мог 5-й фраг прямо уже уничтожить. Вот, вижу прям его, но не успел прям налево пушечку. Думаю, сейчас заберу. Вот, вот в этот момент прям был волшебный. Но, тем не менее, не успел, и его снял другой игрок. Но, тем не менее, вот откуда... А, вот отсюда, вот прикрыл, короче, меня человек. Нормально. Почти 5 фрагов. И делаю перемоточку, смотрим на точку Б. Делаю вот так вот. И точка Б, ребят, взята. Ну, это прям просто вот такой вот эпик. Прям вот так вот так вот. Понравился видосик, ставим лайки, подписываемся на канал, все дела. Также видос для Thunder Show. Всем пока!